Лицов улицы Светлой, ну как представитель выступаю для всех жителей города Орска, и как с нами поступила местная администрация во главе с господином Пранцем. Здесь, значит, что у нас? Мы очень много писали. В конечном итоге были выделены деньги, ну как мы знаем, в количестве 7 миллионов рублей на строительство асфальтированной дороги. У нас случилось, вернее, администрация приступила, кто-то выиграл там тендер. Администрация, в смысле строительная организация по асфальту, начала строить нам дорогу. В итоге у нас получается форс-мажорная, ну, в смысле, такая непредвиденная ситуация. Лопается у нас водовод, который снабжал наши дома, лопается в двух местах. Мы... Обратились к господину Францу, попросили ему, его, чтобы он нам дал месяц на для прокладки нового водовода. Мы две недели управились, ну я не помню. В итоге получилось то, что Франц дает нам разрешение, мы строим водовод. В это время построили водовод, здесь начали, значит, строительная организация вывозить грунт. Я сказал, что не менее 800 кубометров было вывезено. Не менее, если посчитать вот по этим всем завалам. В конечном итоге с нас попробовали... Дим, какую справку? Чтобы мы... Исполнительную съемку. Исполнительную съемку. В это время, значит, прекращается строительство, свертывается строительство нашего асфальтирования. Уходит... Ну, буквально мы за неделю делали. Да, мы съемку... Нет, там съемка у нас немножко задержалась. Ну, мы могли они делать просто без вот этой справки. Да, ну, это... короче, как сказать... Ну, администрация свернула строительство дороги. Потом мы, значит, начали обращаться. Никто ничего. Здесь уже началась зима. Мы... буквально. Ну, я сказал, где-то это, не КАМАЗов, кубов 800 ушло. В конечном итоге господин Егер, здесь у нас документ, нам дает буквально письменное такое обязательство, что в 2012 году будет, значит, продолжено строительство. С этой бумагой мы обратились к господину Францу, на прием пришли. Но от Франца мы услышали только, диалог у нас не получился, получился монолог. Мы сворачиваемся и уходим. И в конечном итоге, вот вы снимали, видели эту пыль, мы ее глотаем. Дети глотают, дети ходят в школу. В две школы, в 33-ю здесь в школу ходят, гимназию, ну да, первую гимназию, пятую школу. Машины носятся, не менее 200 машин в сутки здесь проходит. Листья... Нет, ну, ничего нету, ну, потому что здесь не положено, ГАИ отвечали, потому что дорога не асфальтирована. Не положено, да. Листья вы снимали, вот эту пыль снимали, белье мы здесь вешать не можем. В домах пыль, но я не думаю, что... То, что зимой грунт снят был, да. Не восстановлен. Вода, мы два месяца без воды были. А, ну, да, и были мы, два снятый грунт, наш водовод заморозил. У нас колодцы проложены, стоят кольца 1,05 м. Где-то у нас водовод проложен, ну, 1,90 м, да. Где-то примерно вот такой. Грунт сняли? Да, грунт снят, и вода замерзла в 7 домах. В 7 домах у нас вода... Первый дом сидел без воды 2 месяца, я сидел, седьмой дом сидел без воды 1,5 месяца, возили мы водичку.